Все, что нужно к Новому году, могут купить жители Покура в поселковых магазинах. В преддверии праздника предприниматели завезли по зимнику большой ассортимент продуктов и прочих товаров. Здесь и мандарины, и сладости, и новогодние украшения. Поставки выполняются дважды в неделю с учетом пожеланий жителей. Уже заранее завезли и елочные игрушки, украшения, конфеты, подарочные наборы, химию, ну, такие вещи, косметика. Делаем именно подарочные наборы сами. Здесь уже изготавливаем по просьбе населения, конечно, и килограммовку, какую надо, и какие раскраски, может быть, коробочек. Все по желанию, все для покупателя.